салют подписчикам канала о том о сём и случайным зрителям этого видео. Вот уже почти 3 месяца у меня на руках популярный смартфон Poco X3. На моем канале вы могли видеть множество роликов с участием Poco, в том числе полный обзор, отзыв спустя месяц использования, сравнение с другими телефонами, ну а также видео со всеми минусами Poco X3, которые удалось собрать на тот момент. За это время некоторые минусы были исправлены последующими обновлениями прошивки, некоторые минусы так и остались. Но также, к сожалению, появились и новые минусы, с которыми сталкивались пользователи. Я прошерстил ветку форумов ОПДА с темой о Poco X3, отобрал новый ряд минусов, также за время использования сам обнаружил некоторые недочеты. Обо всех этих косяках и о возможном их решении я расскажу в этом ролике. Также поделюсь с вами некоторыми полезными фишками, которые я применил к своему смартфону. Это вторая часть всех грехов Poco X3. Кто не смотрел первую часть, заходите на канал, буду рад вас видеть. Чтобы сбавить немного волну негатива, хочу сказать, что я сам пользуюсь вот этим смартфоном. Как основным, он мне нравится, и я считаю его одним из лучших на данный момент по соотношению цены и качества. И напомню, что минусы есть как в дешевых, так и в дорогих телефонах. О минусах мало кто из блогеров и тем более продавцов в магазине вам расскажет, поэтому, друзья, наберитесь терпения и досмотрите ролик до конца. Я думаю, он будет вам полезен тем, кто хочет купить этот смартфон, и тем, кто его уже купил. Также я смело могу рекомендовать этот телефон, кстати, к покупке. Это очень удачная трубка, и ссылку на проверенного продавца Poco X3 на AliExpress я оставлю в описании. Также оставлю ссылки на полезные аксессуары для этого и других смартфонов. Начну с вопроса, который беспокоит многих. В этом телефоне по умолчанию из коробки установлена глобальная прошивка MIUI 12. В принципе, вопросов к ней нет никаких, за исключением сервисов Google. То есть у вас в новом смартфоне по-любому всегда будет установлена звонилка от Google, в которой кому-то удалось получить запись звонков по моей инструкции, кому-то по непонятным мне причинам не удалось реализовать эту функцию. В любом случае, запись звонков и звонилку MIUI с остальными привычными сервисами MIUI в виде левого рабочего стола и смс-ками вы можете получить, только сменив прошивку. Либо на любую локализованную прошивку, либо на глобальную стабильную индонезийскую прошивку, которую можно скачать отдельным файлом и установить. Я устанавливал все доступные локалки, ни одна из них по ряду субъективных причин мне не понравилась. В итоге я остался на индонезийской глобалке. На данный момент последнее обновление в случае с индонезийской прошивкой — это MIUI 12.0.5. На европейской глобалке последняя обнова, которая доступна сейчас на Poco X3, это 12.0.7. Вопросы перепрошивки смартфона в этом видео мы касаться не будем. Я надеюсь, тема с MIUI-звонилкой в Poco X3 закрыта. Теперь давайте поговорим о небольших, но неприятных косяках. В телефоне имеется вот такая вот фронталка в виде дырки в дисплее, и по сути она, можно сказать, не отнимает много места в статус-баре. Это не какая-то там челка, как на айфонах. То есть значки уведомлений и индикаторы свободно могли бы тут поместиться все в ряд. Но вы можете заметить, что при включении, к примеру, счетчика скорости интернета, он появляется в левой части статус-бара, и место под уведомления от приложения, особенно если тут еще и появляются часы, практически не остается. Также, например, на моем стареньком Redmi Note 5 я привык, что при подключении Bluetooth наушников рядом с индикатором Bluetooth появлялся индикатор заряда батареи наушников. В Poco этот индикатор тоже есть, но он становится активным только если мы откроем. Во, видали? Вот такой вот глюк тоже частенько встречается. Шторка просто стала прозрачной. Вот сейчас она нормальная. Индикатор заряда батареи появляется только тогда, когда мы опускаем шторку. Видите, сейчас индикатор рядом с индикатором Bluetooth и есть. Поднимаем шторку, индикатора нет, хотя места тут свободного дохренища. И иногда вот так вот смотреть на заряд наушников неудобно, и ты, в принципе, не замечаешь, что наушники вот-вот сядут. Так вот, друзья, нашлось простое решение этой проблемы. Нам нужно активировать настройки разработки. Для этого в настройках смартфона проходим в раздел о телефоне и несколько раз нажимаем по версии MIUI, пока у вас внизу вот тут не появится надпись, что вы стали разработчиком. Далее в общих настройках проходим в расширенные настройки, и тут внизу появится пункт для разработчиков. Вот в него заходим и ищем тут пункт «Вырез на экране». Заходим в него и выбираем в правом углу.
Теперь смотрите сюда. Как видите, статус-бар у нас остался прежним, но левая его часть, во-первых, разгружается. Теперь счетчик скорости интернета и индикатор заряда батареи наушников будут справа. И для просмотра заряда наушников не нужно будет постоянно пользоваться шторкой. Индикатор будет всегда рядом с Bluetooth. Что касается статус-бара в целом, то он часто пропадает из шторки. То есть, если мы опускаем шторку, самый верхней в ней строкой должен быть статус-бар. Так вот, он почему-то иногда пропадает, и вернуть его назад можно, только сделав перезагрузку смартфона. Сейчас я отключу вырез в правом углу, поставлю вариант по умолчанию, и смотрите, как изменится статус-бар. Все, значки пропали. Сеть у нас снова слева, индикатор заряда батареи спрятан в шторке. К сожалению, друзья, закономерности исчезновения статус-бара из шторки я не нашел, и решение этой проблемы мною тоже не было найдено. Кто в курсе, как избавиться от этой фигни, пожалуйста, напишите в комментарии, будет очень полезно. Также у многих я заметил проблему с уведомлениями на экране блокировки. Это встречается особенно на новых прошивках MIUI после обновления. Чтобы вернуть показ уведомлений на экране блокировки от какого-то определенного приложения, нужно на этом приложении, на его значке, задержать палец. Появляется вот такое окошко, нажимаем на символ I и проходим в сведения об этом приложении. Тут нужно пройти в уведомления, и в самом низу, если уведомления у вас включены, у вас будет пункт «Категория уведомлений». Тут будут разные категории уведомлений, это на поздних версиях MIUI. Выберите «Избранное» и в странице настроек найдите пункт «На экране блокировки». В нем будет выбор, показывать на экране блокировки или нет. Так вы можете сделать для всех приложений, от которых хотите видеть уведомления на экране блокировки. Но заранее у вас должен быть настроен показ уведомлений. Его можно включить, найдя в настройках пункт «Экран блокировки», и в нем включить доступ к уведомлениям. Еще самый часто встречающийся минус – это высокая громкость разговорного динамика даже на минимальной громкости. До недавних пор решить эту проблему можно было, только установив root доступ с Magisk, и в Magisk'е установить специальный модуль Handset Below. Этот модуль необходим для понижения громкости динамика. На общее качество стереозвука он никак не влиял, и в принципе он работает отлично. Но не всем хочется морочиться с установкой root доступа и вообще с этими плясками. С обновлениями MIUI кто-то пишет, что громкость динамика поправили, у кого-то динамик все так же остался громким при разговоре. Появился, друзья, способ уменьшить громкость динамика без root доступа. Для этого заходим в настройки смартфона в общие и находим тут пункт «Звуки и вибрации». Вот тут в самом низу у нас есть раздел «Звуковые эффекты». В нем нам нужно выбрать «Настройка» и вот тут поставить профиль либо «Музыка», либо «Видео». При профилях «Умный» и «Голос» звук динамика громкий, при «Музыке» и «Видео» он должен быть значительно тише. Еще многих может ввести в ступор неадекватная работа вибромоторчика при режиме без звука. Телефон при входящем звонке начинает вибрировать с непонятной интенсивностью, будто вибромоторчик сломался. По словам разработчиков, это очередная фишка Poco X3, которую в стандартных настройках отключить нельзя. Я перерыл все настройки, пока нашел, как решить эту проблему. Суть вот этой фишки в том, что телефон вибрирует в такт установленной штатной мелодии. Почему эта вибрация сохраняется даже в режиме без звука, мне лично непонятно. И многих, как и меня, это бесит. Отключить вот эту фишку можно, установив только свою любую мелодию на звонок. Не из штатных предустановленных мелодий MIUI, а именно свою отдельную скачанную мелодию или рингтон. Вот такие вот минусы, друзья, которые для кого-то совсем, в принципе, не являются минусами, а для кого-то являются критичными проблемами, в связи с которыми пользователь может отказаться от покупки. Повторю, что я считаю Poco X3 одним из лучших новых смартфонов Xiaomi, выпущенных в 2020 году. По этим причинам пользуюсь им сам, поэтому со всеми текущими проблемами, связанными с этим аппаратом, с настройками и обновлениями, буду делиться с вами. Подписывайтесь на канал, если хотите, пишите, с какими минусами Poco X3 сталкивались вы. Может быть, запишу третью часть с грехами Poco X3 спустя время. А на сегодня у меня для вас все. Спасибо вам за внимание, всего доброго и до скорых встреч!